Цілий день хвилююче відчуття дежавю не полишає Михайла. 7 років тому цей хлопець поїхав навчатися до Ізраїлю і випадково потрапив на подібний співучий кастинг тамтешньої фабрики зірок. Тоді Мишко вперше повірив у диво, адже йому, звичайному студенту з України, вдалося перемогти у шоу. В автобусах ездить, конечно, мне не суждено никогда в Израиле. И в большие эти торговые центры заходить тоже как бы пальцами показывают постоянно. Может быть, это глупо звучит, но мне охота просто все оставить и просто вот прийти сюда. Потому что здесь бабушка моя, она для меня как мама была. Это мое счастье, это моя радость, это моя жизнь. Я хочу, чтобы она увидела меня, как бы, что у меня все хорошо здесь, чтобы она услышала меня и увидела, как бы, что да, вот, вот это мой внук, и вот он поет на моем языке, как бы я горжусь им. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. У вас очаровательная, восхитительная бабушка. Согласен полностью. К сожалению, у меня уже бабушки ушли, царство им небесное. Но вот что-то я вот Башу увидела, и мне так тепло-тепло стало, как будто вот моя бабушка заглянула ко это мне. Это точно. Просто аж хорошо. Я с удовольствием сейчас с ней поболею. Прошу тебя, больше ничего не добавишь. Если бабушка поцеловала, все, прошу тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Миша. Миша, дуже приємно. Звідки ви? З Тель-Авіва. Миша, вы правда выиграли израильскую фабрику звезд, сразу спрашиваю? Да. Вот сейчас я пытаюсь вернуться на родину, как бы мне что-то постоянно сердце трепет и говорит, как бы вернуться сюда обратно. У меня тут бабушка, которая для меня как мама и как отец. Конечно. Как же можно без бабушки? Я вот хочу, чтобы она увидела меня здесь, чтобы у меня все получилось здесь. Какие песни ты нам привез? Странник. Пресняковым ваш. Все, все. Иншего не треба. Странник. Да. Отлично. Счастье былое, и уложись спать.
рядом с собою. Счастье мое, счастье мое. Миш, скажу, может быть, слишком коротко, но более чем ясно. С возвращением. Да. Спасибо. Миша, а я ждал от вас гораздо большего. Гораздо. Ну, чистый вокал, да. Прекрасно поете, хорошо. Красивый голос, но эмоций никаких. Мертвое, по сути дела, исполнение. И смотрите куда-то, то в пол, то не пойми куда. Но только не на зал. Ни в зал, ни на нас. Я говорю «да», но авансом. Спасибо большое. Миша, тебе повезло. Соседа в другую. Эта песня, я ее очень люблю, она должна звучать еще интереснее. Я тебе говорю «нет». А Михаил, постоянно закрываете глаза. Почему? Это от перелета, вы еще не пришли в себя, засыпаете я во время пения. Я очень прочувствовал эту песню. Эта песня для меня как бы олицетворяет тот, кто я на самом деле. Ну, глаза, вот открытые глаза – это контакт со зрителем, да? Вот это единственный, как бы, вот такой самый-самый основной минус. Ваша личность нуждается в более детальной проверке. Отправляйтесь в тренировочный лагерь, там разберемся. Спасибо. Три «да», и ты будешь в лагере, и эти трое, и я особенно, буду смотреть во все глаза, что не делать с тобой дальше. Спасибо вам большое. С возвращением. Спасибо. Миша, браво! Молодец! Мне кажется, в жизни так не нервничал. Да ты что? Вау. Даже когда был на фабрике в Израиле. Даже когда был на фабрике в Израиле, что здесь это что-то родное, эти люди, я на них, можно сказать, рос. Дубцовый очень люблю, и Серегу. И соседов для меня очень большой человек. Миша, ты знаешь, ты не представляешь, сколько ты можешь всего сделать. У тебя вот такой ангел-хранитель есть. Согласен. Спасибо вам большое. До свидания. У меня в сердце, не знаю, где находится сейчас. Где-то тут, нога, где-то. Ой.